Всем привет! Сегодня я снимаю видео, что я возьму с собой в лагерь из уходовой и декоративной косметики. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, давайте начнем. Я начну с уходовой косметики. Для уходовой косметики я приготовила такую вот косметичку. Она такого среднего размера, надеюсь, в нее все влезет. Так, давайте начнем. Первое то, что я возьму с собой в лагерь, это вот такая вот зубная щетка в кейсике в красном. Такая вот зубная щетка от Oral-B. Так-то она выглядит. Она совершенно новая, я ей еще не пользовалась. Далее я беру с собой вот такой вот тоник, чтобы смывать макияж. И вообще после тренировок, может быть, очищать лицо от пыли. Такой вот тоник, особая серия. Очень ему понравился, покупала лошадь за 40 рублей. Такая большая бутыль, 260 миллилитров. Очищающий для всех типов кожи. Я могу его вам посоветовать, он даже лучше, чем чистые линии. Это я вам гарантирую. Далее я беру вот такое вот мыло в мыльнице от Fa. Беру его первый раз, надеюсь, мне понравится. Для ухода за волосами я беру мой любимый бальзам для волос. Это бутылочка от как раз тоника чистой линии. Мне этого вполне хватит, так как большую бутыль не хочется тащить, а вот это будет самое то. Это бальзам от Vella Pro Series для светлых волос. Ну, беру, конечно же, шампунь. Вот такой вот рецепт от бабушки Агафьи для всех типов волос. Сюда его не буду ложить, а положу просто в сумку, так как он большой и просто сюда не поместится. С собой, конечно же, беру антиперспирант от Rexona, невидимая на черном. Вот такой вот, он у меня уже почти кончается, вот, может быть, его доиспользую. Далее беру вот такие вот влажные салфетки для снятия макияжа. Очищает, питает, увлажняет, не содержит спирта. Беру их, может быть, ими тоже буду смывать макияж. Также с собой беру вот такие вот перчатки-мочалки. Покупала в фикс прайсе, очень мне нравится. Чтобы не тащить большую мочалку, беру именно их. Также я с собой беру вот такие вот ватные палочки, курносики, 100 штук, надеюсь, мне хватит. Далее беру вот такую вот зубную пасту от Colgate Travel Action Original Mint. Беру именно эту зубную пасту, так как она хорошо освежает дыхание, и она еще трехцветная. И последнее, то, что я возьму из уходовой косметики, это гель для душа от Fleur с цветочком. Дарила маме на 8 марта наборчик, вот он не пригодился, беру именно его. С уходовой косметикой закончили, теперь переходим к декоративной. Для нее я приготовила вот такую вот косметичку, она побольше будет. Выбрала именно ее, потому что здесь вот есть такие вот отсеки для кисточек. Давайте начнем. Давайте начнем с кистей. Беру первые вот такие вот три кисточки большие. Это у меня для румян. Такая вот, может быть, что-то лишнее стряхнуть, или же для пудры очень хорошо. И вот такая вот кисточка смахивает тени. Вот она мне очень нравится. Далее 4 вот такие вот кисточки. Кстати, вот эти вот большие кисти я покупала в фикс прайсе. И 2 вот эти вот тоже из фикс прайса. Вот это для бровей. А вот это вот для консилера. Вот это для теней. Это у нас уже от Avon. Вот, ну там уже стерлась почти. И вот такая вот кисточка для растушевки теней. Была в каком-то наборчике и очень хорошо растушевывает тени, поэтому беру именно ее. Также из кисточек беру вот такие вот 2 щеточки. Это от туши кисточки. Очень хорошо ими растушевывать брови. Это вот такая вот пожестче, вот это вот помягче. Это вот была тушь от Avon, а вот это какая-то из фикс прайса. Вот, очень мне понравились эти 2 кисточки в использовании. Беру свои любимые тени для бровей. Trial Ellie Brow. Вот так вот они выглядят. То есть здесь уже, вот видите, дырочка в коричневых тенях. Вот такие вот белые, очень хорошо пигментированные. Так вот они выглядят. Люблю их наносить под бровь. И вот такая вот кисточка. Также здесь были черные тени, я их отдала маме. Также беру с собой вот такой вот Nivea крем. Маленькую версию, пользовалась буквально 1-2 раза, может быть, пригодится. Беру такие вот белые тени, также здесь присутствуют розовые, но они не сильно видны. Опять же, под бровь может быть, такой вот аппликатор здесь маленький, очень хорошо пигментированный тоже.
от Анастасии. Также с собой беру две мои любимые подводки. Вот эта подводка от Avon в виде фуломастера. Она такая более матовая, и она уже почти засыхает, поэтому такая полусветлая. Вот эту подводку я покупала в Ашане, тоже мне очень нравится. Хорошая, тоже почти заканчивается, и это дает более глянцевый эффект. Также с собой беру обязательно зеркальце. Беру свой любимый консилер от Avon Color Trend, он у меня уже почти заканчивается. Вот, чуть-чуть осталось, может быть, какие-то покраснения придется замазать. Беру свою любимую тушь от Maybelline, Volume Express. Она мне уже почти заканчивается, в черном цвете, кстати, вот такая вот кисть. Тушь нравится тем, что она дает более такой натуральный эффект. Также возьму на всякий случай такой вот черный карандашик от Jean Michel, он у меня уже почти закончился, и очень его люблю. Также с собой возьму на всякий случай такой вот гель для бровей, но уже мутный, от Art Visage. Вот такая вот маленькая щеточка, может быть, пригодится. Также с собой беру три вот таких вот продукта для губ. Вот этот вот в виде такой пироженки, беленький, это типа бальзам блеск, может быть, на дискотеку. Вот такой вот обычный бальзам, вот мое солнышко, очень хорошо увлажняет со всякими маслами. И вот такой вот бальзам от Эфраше с малинкой, он дает еще небольшой цвет, такой вот он. Очень его люблю и довольно-таки хорошо увлажняет губки. Также с собой беру мои любимые румяна от Lavelle. Здесь вот розовый и коричневый цвет. Чаще всего я пользуюсь розовым. Также с собой беру много резинок, но здесь пока только 4, остальные еще лежат где-то. Первая вот такая вот в виде пружинки, вот такая вот тоже поменьше, вот такая вот и вот такая вот. Также с собой возьму вот такой вот браслетик, может быть, на дискотеку одену. Также с собой беру лаки для ногтей, 5 штук. Первый лак от Golden Rose, Rich Color, в 13-м оттеночке, он сейчас на ногтях, так вот он выглядит. Далее вот такой вот лак от Jean Michel в 23-м оттеночке. Также вот такой вот яркий лимонный цвет от Lavelle во 2-м оттеночке. Также вот такой вот белый лак для ногтей в 8-м оттеночке. И последний, это вот такой вот бесцветный прозрачный лак от Stax. Естественно, беру с собой жидкость для снятия лака без ацетона. 60 мл, надеюсь, мне хватит, но если не хватит, попрошу родителей, чтобы еще привезли. И последнее, то, что я с собой возьму, это мои любимые духи от Avon, Fleur. Цветочный цитрусовый аромат, очень их люблю, поэтому беру именно их. Вот в таких вот двух косметичках поместилась моя и декоративная, и уходовая косметика. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем видео. И пока-пока.